Насыщенная деловая и творческая программа, традиционная выставка «Медиа Атлас» и профессиональная дискуссия о путях развития журналистики. Все это 12-й форум средств массовой информации Северо-Запада. Главная тема проекта – мультимедийность, как основная черта современного информационного пространства. Или, другими словами, виртуальная журналистика, которая дошла уже до самой глубинки, потеснив традиционные СМИ. Быть онлайн уже давно стало нормой. Совершая покупки от книг и авиабилетов до автомобилей и недвижимости, мы все чаще обращаемся к интернету. Так и российские средства массовой информации отправились за своим читателем в сеть. Оперативность, мобильность, универсальность и интерактивность – вот ключевые слова современного медиапространства. Все наше общество сегодня движется в сторону мультимедийности, поэтому и тема проекта в этом году актуальна как никогда. Делегации 11 регионов Северо-Запада собрались здесь, на 12-м форуме СМИ, чтобы в очередной раз доказать – журналистика движется вперед, набирая обороты и используя все новые инструменты, чтобы завоевать своего читателя. Оригинальные СМИ даже районного масштаба уже давно имеют в своем арсенале такой инструмент, как мультимедиа. Мы серьезно относимся к социальным сетям и к формам соединения тех же печатных СМИ районных, которые выводим на сайты, дальнейшим распространяем информацию, да, тем самым увеличивая их охват. То есть, ну, тема как никогда важна на самом деле. Ее поднимать стоило уже очень давно, и сейчас просто уже должна быть констатация факта, что это выполнено. Для Карелии очень актуальна тема мультимедийность, потому что мы входим в пятерку интернет-продвинутых регионов, где более 60% населения – это пользователи интернета, соответственно, это как раз наша аудитория, аудитория интернет-СМИ. Ежедневно карельские интернет-ресурсы посещают, читают 85 тысяч. У нас очень большое место в СМИ, в региональных, занимают печатные издания, газеты, районные газеты. У нас их более 20 штук. В каждом районе есть своя газета. Мы, это немножко старомодно, но они все равно покупаются и читаются. Но все они появляются в интернете практически в день появления газеты на свет. На городском уровне мы представляем наши каналы, городские каналы, 12-й канал Череповце и 7-й канал Вологде, которые расширяют свою привычную зрительскую аудиторию, интернет-аудиторию, более молодой аудитории, активно интегрируясь с новыми форматами в интернет-пространство. Интеграция СМИ в интернет-среду произошла стремительно. Само время диктовало новые условия существования, а аудитория ждала этих перемен. Скорость распространения информации достигла своего апогея, а обратная связь, или, как говорят специалисты, интерактивность, стала основной чертой современного медиапространства. Об этом участники форума говорили на круглых столах и дискуссиях. Но, пожалуй, главным событием форума стала церемония награждения победителей творческого журналистского конкурса «Сезам-2014». Больше десятка номинаций. Среди номинантов журналисты как традиционных, так и мультимедийных СМИ. Наталья Ермолина удостоилась награды за публикацию о коренных малочисленных народов Севера. Журналистка из Карелии ведет, как она сама его называет, полукультурный блог в интернет-журнале «Республика». О карелах и вепсах Наталья сделала уже цикл публикаций. О них может говорить бесконечно. Он связан с брендами. Мы ездим по деревням и спрашиваем у местных жителей, что бы можно показать здесь туристу. Вот, и мы разыскиваем вот такие, как няша из Нюхчи. Вот это няша, да, сейчас же слово такое на топе. Няшка – это что-то такое, да, миленькое, очень интернет-мем такой популярный. А там это просто грязь болотная. И вот мы ходили, обмазывались этой няшей. Вот, и это оказалось такой модный бренд, который тут же туристическая контора подхватила и хочет сделать спа-тур на основе няши. То есть это всегда открытие какое-то. Ненецкий округ в этом году остался без сезамовского зуба, как называют главную награду организаторы и участники форума. Но уехала наша делегация не с пустыми руками. Специальный приз полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Владимира Булавина был вручен окружной газете «Нальяна Виндер» за активное участие в формировании информационного пространства Северо-Запада на протяжении вот уже 85 лет. В этом году мы отметили 85 лет со дня образования Ненецкого автономного округа. Не так давно. И ровно столько же в округе существует газета «Нальяна Виндер». Я хотел бы сегодня вручить этот приз главному редактору этой газеты и поздравить всех сотрудников газеты с предстоящим 85-летним юбилеем, который они будут отмечать 7 ноября. Не буду кривить душой, нам за несколько дней до «Сезама» шепнули, что газета «Нальяна Виндер» в числе победителей, в числе номинантов, и попросили, чтобы кто-то обязательно был на награждении от газеты «Нальяна Виндер». Мы не знали, что это, но знали, что
свое 85-летие Нарьяна Виндер не останется незамеченной. 12-й форум СМИ Северо-Запада завершился. Сезамовские награды нашли своих обладателей. Организаторы отмечают, форум – это прежде всего место встречи коллег, новые знакомства и обмен опытом. А это значит, что проект в очередной раз дал мощный толчок для развития региональных средств массовой информации. Журналисты уже начинают искать темы для новых материалов, оценить которые мы сможем уже через год на 13-м форуме СМИ.